Итак, продолжаем дегустировать перец Олоросо. Такой глубокий янтарный цвет. Но, скорее всего, он будет легкий, потому что пахнет немножко таким с кислинкой запах. Водянистый, спиртовозненький, с кислинкой, ну, сухой, в общем, перец. Да, он похож на предыдущий. Это вот как раз херес, который делается вот открытым методом с окислением. Поэтому кислинка вот как раз это и присутствует. Пало Портадо. Да, да, я думаю, что это просто тоже сорт Олоросо, да, ну, какой-то Пало. Такого можно выпить больше, чем два бокала, да. Потому что который плотный и сахарный, его, конечно, тяжеловато. Скорее, да, как на десерт.